Она не в тилты. А, это пик! Полярный пик. И еще и сейчас в тилты полетит. Как красиво он извергается. О, три? Он разделилась. Там уже готовится все, сейчас будет полный пиздец. Эй, бля, подкинь только с микрофоном полегче, бля, а у тебя пиздец орёт нахуй. Не, я вырубать буду, если буду очень громко. Например, сейчас. Да. И чё там? Я думаю, просто с воздуха летать или быстро залутаться? Надо платформу отстроить какую-нибудь красивую. Ареса. Я подкину, убавь немного микрофон, я не могу убавить его сейчас. Окей. Помпа для кого-то есть. Для меня. Бам! А, нет, нет. Ну, она здесь лежит, типа, но у меня нету слота. Куда банан убиваешь? Это мой братишка был. Паун. Нормально. Тут еще одна бомба. Сколько там осталось до конца? Ай! Братишка ебанутый, спасибо за 300 рублей за то, что комиссию пустил. Ай, коник, можно получить только за Samsung? Только за S10. Минута. Остается считанные минуты. А где чилить пушки улечу, но... Давайте вот отсюда отстроимся. Откуда? Я минутку поставил. А, там? Угу. Я ближе к центру хочу, я прямо вообще туда смотреть хочу. Давай вот тут. Я все, короче, засел. У меня своя будка будет. С флагджеком и шлюхами. Вот я сейчас стреляю, то в этом просто метки нет. О! Опа! Тихо! Все, у меня! Пошло, поехали. Ебать, все, никто не может стреляться! Настроить можем. Я подкат, выруби только микрофон, пожалуйста. Да, просто интерфейс пропал. Так, FPS еще вырублю. Там же что-то происходит. О, может, все в яму пойдем? Посмотрим или сверху? Да, лучше сверху, не знаю. Сейчас будет... Я у ямы. Ты тут вообще забей, чувак. Ну, братан, сейчас оттуда вылезет этот... Здесь еще звук еще. Юзя вылезет. Все. 10 секунд. Бля, я уже боюсь, не знаю, что будет. Два, один. Смотрите, в небо куда вниз идет. Да, есть такое. Опа. Дело. Пошло добро. Отрубились. Опа. А. Пошли вниз. Я в центр. Я тоже. Ой. Нихуя. Ебать. Ой, Джонни, это ты? Стой. Тихо. Блядь. Кого-то там... О, крутит, оно крутит, оно вверх летит куда-то. А что, внутрь залезли? Да. А, это тоже сюда внутрь. А, тут портал какой-то. Прикиньте, у нас пока у нас ничего не происходит вообще. Да? Серьезно говорю. Чё? Да, просто танцуют, и ничего не происходит. Лол, блин, как это красиво. Кстати, если прислушаться, там, по идее, из этого бумбокса играет... Это выбирать нужно? Короче, из бумбокса играет тема Fortnite, понял? И что делать, алё? Я не знаю. Здесь типа выбрать нужно как-то? Я не знаю сейчас. Сейчас, наверное, что-то будет. А чё все... А все за Томпсон голосует, смотри, просто. Все я тоже Томпсон бью. Ну тут звук из первого сезона Fortnite, типа самая такая старая. А чё если внутрь это шар? Шар не ломается. Я пробовал, нельзя. Блин, красивый мир такой. Слушай, а урон наносится, если ты даешь по этой фигне?
Да. А, да, ломается. Че, первый сломается, то и все. Ну, блин, тут смысла нету, то все Томпсон херачат. Просто три человека просто. Да я вон у этого ППшки такой. У Тека херачу. Блин, чувак, Томпсон все хотят. Ну ладно, давайте Томпсон фигачим тогда. Они у меня пропадают, как ты даже. Чувак, просто меч бесконечности никто не хочет. Самолет там одни, один бедолага херачит. Смотри, меч один бедолага бьет. Давай ему поможем чуть-чуть просто. Давай, давай. Да уверен, если этот сервер весь дубасит Томпсон, то и с других серверов тоже Томпсон фигачит. А, смотри, вот она заполняется. Да, не заполняется, а трескается. А. Оно ломается, типа, понял? Так смотри, это горит больше. Не-не, оно трескается, видишь, оно как будто во льду таком. Я вижу, так смотри, так оно типа еще загорается, там типа свет идет. Это просто, мне кажется. А, да, у этого, типа, у Тека вот этого и реально заполняется. Так подожди, а прикинь, если все это наоборот? То, что меньше всего идет, то заполняется. Чувак, мы реально почти развалили вот эту штуку. Я вижу уже. Там сейчас Томпсон, а прикинь, сейчас все с Томпсоном и пойдут фигачить просто. Блин, реально, все Томпсон хотят. У нас, с одной стороны, тоже хотел, но просто это... Чувак, забей, чел на геймпадах просто будут уничтожать всех. Чё? Улетело все вниз? Всё уже, всё. Ты чё за музон? Ретровейв. Томпсон! И чё? Опа, полетели, куда? Мне кажется, обратно всё. Полетели. Да. И чё, и всё? Вниз посмотри, вниз. Я смотрю. Вулкан! Епа! Чувак, сейчас, минус тилты, этот, торговые точки, чувак. Смотри. Епа! Бля, чувак, это в торговую точку летит. Посмотри. Смерть. Какая красота. Бен. Чувак, я еще, знаешь, эпики-то врубил. Жесть. И в тилты полетело. А че целится прям вот этот вулкан, сука, прям туда? Она не в тилты. А, это пик. Полярный пик. И сейчас в тилты полетит. Как красиво он извергается. О, три? Она разделилась. Тилты? А, тилты, три в тилты! Просто ненавидит тилты! Пятый? Че там ничего не оставил? Че? Я в тилты. Я вулкан хочу посмотреть, подожди. Просто забей. Плачу, он так. Добил эти тилты просто на... Реально минус тилты. Да ладно, я думал... вообще ничего. Я думал, он по приколу туда хернул вулканом. Нормально, по приколу. Ну-ка, внутри вулкана чё вообще? Жесть, чё? А внутри вулкана как будто ничего особо и не было. Нормально. Минус FPS. Ща в тилты полетим, посмотрим. Томпсон выпал, да! Я Томпсон беру! У меня Томпсон! Еще один Томпсон! Блин, Томпсон вернули, все. О, да, внутри. У Архана, по-моему, тоже Томпсон. А, это не Архана. А че все так темно? Это, надеюсь, только в этом режиме будет все так темно? Бля, ты прикинь, если нет. Не, ну торговая точка, я не знаю, там... Жесть. Все, ГГ, смерть. И на чем мне в тилты сейчас поехать? Торговые точки теперь нету ховербордов. А что, там тоже развалили полностью? Там тоже ничего не осталось. А, смотри, дельтики специально дали, чтобы мы поднимались еще. Чекали. В
смысле, поднимались. Ну, и летели на дельтиках, у меня 50 дельтиков. А, ну да. Ты что, только сейчас понял? Да. Ох, как я скучал по Томпсону, боже мой. Чувак, мне кажется, я вместо ППшки это буду брать. Томпсон. Сколько у него, 40 патронов, да? 50! Да, 50 и хэс. Ну, чувак, знаешь, на самом деле ивент не такой прям супер классный какой-то. Мы просто вернули шмотку и извержение просто разнесло, типа. Не знаю. Ну, локация ж обновилась, по факту. Её нету, блядь. Найс обновили. Её нету просто теперь. Мне жаль чуваков, которые, чувак, сейчас играли кап в тилтах, такие, о, ща классно вообще там, типа, финал поиграем в тилтах. А, ну да. Шесть. А что с прудом? Кстати, ну с прудом там закрылось, наверное. Че, оно просто закрыто будет? Просто ничего не осталось. Там вулкан дальше извергается или что? Нормально. Жесть просто. А что здесь фармить тогда получается? Все это лока мертвая. Ее только что похоронили одним ивентом. На. Ну-ка, хочу пруту. А, вот все, вроде светлеет. Шесть вулкан, конечно, красиво. Вергается. А, я же могу. Почему возродиться не могу? Кстати, так умирать. Пик просто треснул и все. Сейчас никто файтиться особо, по-моему, даже не хочет. Пик слетает? Сейчас глянем, кстати, пик. Ты там просто туда ошметок полетел, дыру сделал. Я не знаю дальше, что будет с этими пиками. А, да, я вижу. Мне кажется, он дальше, типа, трескаться начнет. Подожди, чипик сказал, что у него в катке вообще ничего не было. Прикинь, какой лол. А где чупикс? Ну, по-моему... Хату тушит. На ивент засмотрелся. Да, кстати, вам повезло, потому что... Чё у вас? Вот тебя залагало, и ты не увидел ничего? Да, у многих, кстати, так, видимо, судя по чату, ничего просто не происходило. Прикинь, если у меня такая же херня была бы даже, лол. Заебись, видео заснял, да? Да. Да ничего там прикольного нету, просто в пик вхерачилось это и все. И по факту. Чувак, нормально тап нажми, посмотри на карту. Да тел ты живые, нормально, это так, прикол просто. Вам показалось. Чувака с 20к зрителями залагал ивент. У Лейна была такая херня, у Лейна не было голосования. Бля, пиздец, прикинь. Ебать, как обидно, было. Жесть. Самый багованный сезон. Да, это официально реально самый багованный сезон. Блин, ты прикинь, они реально сделали ивент, и половина не смогла увидеть. Это просто рофл. Найс. Это просто рофл, чувак. Здорово, на, Томпсон. Я знаю, что ты Томпсон хочешь. А, у тебя есть Томпсон, понял. Да, я чуваку дал. Я хочу Томпсон, блядь. Я чуваку уже дал. Ну, танчус. О, сейчас арена с Томпсоном будет, чувак, это забей. По факту. По факту? Я не знаю, только... Ты не знаю, мне кажется, это один из худших ивентов. Ну, типа, не из худших, скучных. Типа, да, прикольно, но по сравнению с другими, это такое себе. Вулкан вот красиво просто дымится, нереально красиво. По факту. Валт закрылся. То, получается, он теперь просто будет тут и все?
Мина, а если, допустим, не было Томпсона, что бы тогда вернули? Вот это так, типа, который? Не знаю. Ну, ты же понимаешь, а ты прикинь, если бы у нас, типа, Томпсон разломался бы, а у других... Подожди, а если реально, типа, там 50 на 50 было бы и... Нет, нас, допустим, там, понимаешь, Томпсон... там считалось все сервера одновременно, понял? А, нормально. Или, может, это только в вашей катке так? Не-не-не, это со всех серверов. А там же, когда руны летали, там, когда ломали руны, там со всех серверов считалось, там 100 миллионов хп было там, в таком духе. Прикинь, рофл будет, если они как бы добавили Томпсон, вернули, а в девятом сезоне его уберут. Чисто так, по приколу, почему бы и нет. И реально жалко чуваков, которые ждали ивент и не смогли посмотреть из-за бага. Просто забей. Какой по вашему этот мнению самый классный ивент был? Не знаю, мне кажется, с бабочкой. Маршмеллоу, наверное. Ну, маршмеллоу, типа, как концерт, да, наверное, да. Типа, не знаю. Типа, там особо не было, это же концерт просто его треки. Это необычно было. Ну да, это необычно, это но прям супер, я не знаю. Ну, может, потому что я был на концерте Маршмеллоу в Москве, может быть, у меня такой, типа. Я, типа, вот эти все спецэффекты видел, типа, и все так же, типа, видел. Может быть, поэтому. Все то же самое, что и в Fortnite, да? Ну, там так реально, у него на экране, типа, было такие же, типа, анимации, вот это все. Все треки, которые, типа, были, я также слышал в сете, которые у него были в Москве. Короче, очень странное ощущение. Торговый... А что там торговый чек? Там... Не знаю, я зашел в ТТ, там ничего интересного. Типа, да, разломано, но... Это разве интересно? Ну, типа, да, сломано, но... Не так супер интересно, что вау, там... Вот здесь, ну, типа, камень нормально упал. А как бы им нужно было обновить локацию? Ну, типа, нормально придумали, еще нет. Ну, не знаю, ну... Ну, как ивент, это, типа, странно, знаешь? Типа, мне кажется, просто можно было... Не такой глобальный, что в одно время. Но в то же время, знаешь, не что? Знаю, некоторые ивенты, они... Ну, сообщали в новостях даже. То есть, в новости Fortnite. А тут просто режим отдельно сделал. Не знаю. Странно. Когда же уберут Томпсон, жду не дождусь его удаления. Реально уже... 7 сезонов в Fortnite этот Томпсон. Задолбался уже с Томпсоном играть. Сколько у кого убийств? Да я летаю по приколу, 6 у меня уже. У меня 0. У меня 21. Не знаю, вместо ППшки я точно, наверное, Томпсон буду брать. Это просто забей. Это столько... Это такой зажим бешеный, чувак. Это просто так пау. Я так понял, арену с концами убрали? Нет. Каптан, чтобы играть, нужно на арене набирать. Это сейчас, наверное, убрали ее пока режим. Может, сейчас новый будет. А? Что-то новое может быть. Не-не. Арену, мне кажется, уберу только тогда, когда World Cup закончится. Да, братишка, у меня нету дальнего. Не стреляй. Я кого-то взорвал, лол. А, ты мне помог. Нормально. Ну, чтобы снайперка вернулась. Зачем снайперка обычно, когда есть глушителем? Смысл? Да-да. Так, пацаны, мы вдвоем что-то тут уселись. Красиво. Может быть... Понятно. Не получилось. Теперь не брошенная башня, а брошенная башня или горящая башня. По факту они даже на картинке должны были обновить, но они не обновили. Да. Опять схалтурили Epic Games. Опять. И тут схалтурили. Они невидимые. Почему они невидимые? Кто? Что?
Месье, можно ваше мнение о Томпсоне? Томпсон очень безумно классное оружие, которое вместо ППшки можно использовать. Да иногда вместо АРки даже ее можно использовать. Это нереально сильное оружие. Угу. Плюс свободный слот вместо ПП? Не знаю. Мне сейчас, наоборот, лучше играть... Если это не СКАР, то я обязательно буду ПП держать у себя в инвентаре. Там калаш, М-ка, мне вообще насрать. Главное, чтобы ППшка была. Мне намного лучше играется. Блять, ну нормально. Челик невидимый, блять. У меня, кстати, наш чел тоже невидимый был один. Найс! Ивент произошел, новые баги одновременно появились. Рофу. А Томпсон только синий выкачивает? Нет, зеленый синий. Просто здесь, по-моему, только синий падает. Ну блин, ну красиво было извержение просто. Вот это красотища была. Но не супер так. Дабл помпу вернули, чувак, это смешно. Они сами говорили, никогда в жизни все, что связано или похоже на дабл помпу, не вернут в игру. Либо не добавят. Потому что это overpower. Такого не должно быть в игре. Блять. Ты пытался избавляться от ПП? Да, я играл без ПП. Я просто понял, что я намного лучше играю с ППшкой, нежели без нее. Какой же ты нулевый, братишка. Спасибо, Архан. Нет, не спасибо. Забрал у меня все. Понятно, Архан. Ну и пей сам. Сука. Так, кому с Томпсона нафигачить? Тут все так застроили жестко, это забей. Как тебе ивент? Лично мне зашел? Да блин, не знаю. Как-то... Он слишком для меня, не знаю. У меня вау-эффекта вообще не было. Ну, тут красиво было с извержением, но... Как его убивать? Но... Странно. Просто чисто голосование за возвращение шмотки и извержение, которое снесло локации. Ну блин, они вне сезона добавили вулкан огромный. То же самое, типа, они могли сделать и с тилтами, там, с торговой точкой, с полярным пиком. Но они просто решили зачем-то это в ивент сделать. Вот не было ивента, который спавнит этот вулкан. Почему? Это было бы красивее. Да уж, странное ощущение, ну, короче. Почему? У меня половина челиков просто невидимая. Ну я говорю, баги отличные. Ну, чувак, смотри, они за пару дней добавили и теневую гранату, и Томпсон. Ну, считай, добавили. Вернули. Можно сделать красивый килл? Последний хотя бы, там, не знаю. Я последний килл сделал, да. Да уж. Этот ваш Томпсон клоунский меня впечатляет.